Добрый день. Еще один анбоксинг. Забавная головоломка должна быть. Ехал долго. Посмотрим, что это такое. Если я правильно понимаю, это должна быть головоломка Орлиный глаз, Eagle Eye. Вставляется без коробки, он в пакетике, что уже как-то не очень хорошо говорит об этой головоломке. Давайте вскроем и посмотрим. Так. По картинкам я предположил, что это есть аналог головоломки от фирмы Moyo, Глаз Дьявола, Devil Eye, или как он там наподобие называется. Соответственно, самой головоломки от Moyo у меня в наличии нет, но есть вторая версия. Вторая версия отличается от первой, ну, наличием вот этого глазика. Если я ничего не путаю. Ну, головоломка от Moyo крутится как-то вот так. Есть вращение пополам практически. Есть вращение вот этих элементов. Что же здесь? Ну, как аналог первой версии визуально выглядит очень похоже. Поэтому название схожее. Посмотрим на кручение. То есть вот эти элементы можно вращать. В собранном состоянии разницы никакой не будет. Это, в принципе, неплохое вращение, я бы вам сказал. С головоломкой я еще толком не разбирался. Это одна из тех, что я купил у Ивана Цикова. Он дожидается пока своей очереди. Ну, вот. Вдобавок к ней будет Орлиный глаз, ну, или первая версия головоломки от Moyo. Регулировочные винты мы видим вот здесь, то есть можно немножко раздвинуть и регулировать силу натяжения. Чем замечательна конкретно эта модель? Тем, что она сделана из цветного пластика. На мелких детальках, особенно вот на острых элементах, часто сдираются наклейки при длительном использовании, ну, либо неаккуратном использовании. Соответственно, на колорах подобная проблема отсутствует. Очень неплохо крутится. То есть не хуже, а может даже лучше, чем прототип от Moyo. Конечно, Moyo крутится немножко поблагороднее, как говорится. Возможно, она слегка притертая уже. То есть, как ее, по всей видимости, можно запутывать. Поворот. Поворот. Еще. Еще. Как-то так. Принцип сборки пока мне неизвестен. Ну, не думаю, что он сильно сложный, скорее всего, интуитивно собирается. Отложу ее пока на неопределенное время. Ну, просто увидел и решил купить. То есть стоит достаточно дешево, но значительно дешевле, чем аналоги от компании Moyo. Ну, а по функционалу не уступает. Имею в виду, если сравнивать Орлиный глаз с первой версии головоломки от компании Moyo. Порога это все-таки разные. Пластик такой немного матовый, но не раздражающий. В принципе, эти несколько долларов не потрачены впустую, я бы сказал так. Конечно, здесь есть розовый цвет, но он есть и там.
Да. Весомое отличие. Не знаю, как на первой версии. Здесь хоть механизм очень и похож, но расцветка здесь совершенно другая. То есть на головоломке мою сначала не заметил, на этих элементах 4 цвета. На этой головоломке, даже не помню фирму, которая там была, этот элемент одноцветный. Получается, совершенно разные головоломки. Совершенно разные. Ну, тем интереснее будет. А механизм, если посмотреть вот так вот, точно такой же. То есть здесь также он регулировочный винт. Ну, как любит делать компания Циклон Бойс, хотя это не она, просто скопировать у кого-то что-то. Ну, и сделать бюджетную версию. Почему бы и нет? Если эти головоломки будут доступными, это вполне неплохо. Совершенно не жалею о покупке. Ну, поразбираюсь как-нибудь потом. Если увидите, смело берите. Качество приемлемое, скажем так. Своих денег оно стоит. Ну и при желании можно купить наклейки, сделать, ну как от компании Мою вас делал. На этом все. Всем спасибо, всем пока.